Мир глазами ребенка. Шестилетняя свердловчанка претендует на звание лучшего экскурсовода страны. Анастасия Муцкая из Нижнего Тагила принимает участие в конкурсе Российского географического общества. Для этого она подготовила двухминутный ролик, в котором провела экскурсию по одной из самых главных достопримечательностей города – Лисьей горе. Некоторые местные жители называют нашу гору не Лисья, а Лысая, потому что на нашей горе был густой лес, а сейчас стало пусто. Принять участие в конкурсе родителям девочки посоветовали в садике, где разглядели талант ребенка. Семья не сомневалась ни секунды. Несколько вечеров мама с папой потратили на составление сценария, а затем вместе отправились на съемки. К процессу подошли ответственно, ведь оценивать работу будет профессиональное жюри из журналистов и путешественников. Но прежде оценить ролик предстоит интернет-пользователям. Те уже поставили Насте десятки лайков. Мы очень надеемся на победу. Мы всех друзей, всех родственников сказали, смотрите, голосуйте, поддерживайте нас. И нас стали поддерживать.